Добрый вечер, мы из Украины. Смотрите, для информации, для спокойствия горожан. Враг на дальнем рубеже, там что окапывается, что переживает. У нас за последнее время, благодаря вам, благодаря количеству этих подписчиков, казалось, это ничего себе оружие. Новостных агентств и журналистов сейчас в Николаеве иностранных больше, не знаю, наверное, чем везде. Сегодня было BBC, New York Times, а что еще там было? Короче, грузинское телевидение, английское, французское, еще одно не английское. Ну, короче, журналистов ходят, снимают о героическом Николаеве довольно много. Для спокойствия. Я не представляю, кем надо быть идиотом, чтобы ударить сейчас по городу, в котором куча иностранных журналистов. Ну, вот реально, в час дня было сколько человек? 20, наверное, да? Человек 20. Оно все сейчас выходит в эфиры. О нашем состоянии, со всех взял просьбу, когда закончится война, то Николаев будет туристическим городом. То есть, ну, по крайней мере, сейчас весь мир знает, что такое Николаев. Поэтому, я думаю, будет спокойно, они там стягиваются, просто так, как этот вторичный фактор непрямой, то есть об отсутствии нападения. Но мне пока не дают разрешения выйти из города в направлении, куда я хочу сходить.